Наводнение территории Тобольского района не грозит. На сегодня уровень воды в реках Иртыш и Тобол на 2 метра ниже по сравнению с той же датой прошлого года. Несмотря на это, власти организовали работы по укреплению старой дамбы у поселка Нацы. Мы досыпали дамбу в Нацах, довели его до нормативного состояния. В понедельник мы закрыли шлюз в Нацах, соответственно, на сегодняшний день работаем там помпами для перекачки воды. У нас нет опасений, что дамба не выдержит, поскольку если будет уровень воды тот же самый 8,80. В режиме готовности находятся и огнеборцы. В Тобольском районе произошло уже два лесных пожара площадью почти 5 гектаров.